Варя. Всем привет. Давай. Сегодня в зоопарке. Да. Ура, класс. А смотрите, какая вывеска интересная. Николаевский зоопарк больше 100 лет без выходных. Да. Вот. Ага, видно. Ну, наконец-то мы в зоопарке. Наконец, ты долго ждала, да, этого? Да. Больше 100 лет, 50 лет уже прошло, когда было в зоопарке. Потому что это не сильно и много. 50 лет с тех пор прошло. Хорошо. Так он еще молодой зоопарк. Он еще молодой, ему всего до 100 зоопарк, лет, да? Но... Самый большой зоопарк на Украине. Да. Николаевский. Сейчас возьмем билеты и пойдем смотреть на зверей. Здесь какой-то дядька. Леонтович, заславник Николаевского зоопарка. Основатель, наверное, засловник. Ну что? Мелочь нужна? Есть у вас? Все, ништяк. Пойдемте. Тут про сувенирная продукция. Игрушки, всякие динозаврики, те, которые водятся, наверное, да, в зоопарке. О! Лев какой стоит, прям как в Питере. Ну что, все, Марюшка. Ура! Сейчас будем смотреть животных. Где животные? Они в клетках сидят, наверное, Варя. Держись рядом с мамой, потому что из кустов может выпрыгнуть лев. Неправда. Или носорог. Ой, такой красивый зоопарк. Ой, смотри. Давайте. Варя, мы с тобой будем смотреть. Давай, точно. Что ж вы нагружаете, бабушка? Слышишь, что, наверное, вон, смотри, это крокодилы, Варя, бегемот, смотри. Ты когда-нибудь каталась на бегемоте, Варя? Это не настоящий. Пошли посмотрим. Хочешь? Жарко, Вера, давай. Так, во. Он как будто из воды выныривает, да? А вон там карта есть зоопарка. Вот. Можно посмотреть. Николаевский зоопарк. Вот карта. Где какой зверь сидит? И пеликаны, и мартышки, и львы. Вот 37-й львы, смотри. Да. Да, без разницы. Тут можем направо, там вот хищные животные. Где-то в той стороне. Да, где-то там вот. Идем направо, мам, там хищные животные. Мы... Так, шимпанзе вот здесь находится. Так, ищем. Где здесь шимпанзе? Где они? А шимпанзе нету. Они спрятались от Нужно дождя. Туда запустить папу, и он будет прыгать по этим палкам. Подрабатывать? Эй, вон, смотри. О, бежит, бежит. Варя, видишь? Первый пошел. Мам, подержи колясочку. Второй. Мы зовем. Подержи все. Оба. Все. Один здесь остался, да, в зоопарке? Выжил один. Все уже, все. Смотри, как он и как можно считать, что люди произошли вот от этих обезьян? Разумные создания. Учитывая, что сейчас люди приходят уже в такое состояние. Обезьяна, мадышка. Шимпанзе. Ого, он как высоко полез. Он сейчас еще так взял сальто и прыгнет в бассейн. Ну давай, покажи нам что-нибудь. Мы видим, зови друзей своих. Да чё?
где друзья-то? Вот ты один, что ли? Наверное. Тут на фотографии он один. На фотографии он один. Да? Да. А ему не скучно? Может он же отвечает. У него... О, вон еще один. Давайте, давай. Ой, какой-то он другой. Привет. Маши рукой, Бирбай. Ой. Пошла. Привет. Ой. О, смотри, смотри. Выходите, дети. Ой, а там маленький у него висит, смотрите. Да? Ой, Варюшка, Варюшка. Она не увидит. Варя, Маши, привет. Ты увидела? Как ты в мультике видела? Помнишь мультик про обезьянок? Какой маленький. Вон он пошел за кустики. Миленький. Так интересно, такое впечатление, что они как на работе. Не было, где люди подошли. Ля на того, как он смотрит на людей. Ля-ля. Смотри, я же... Можно там посмотреть, пойти тоже. Ты понимаешь? А может, они нас не видят? Как будто они на работе. Все, они работают. Мы здесь. Привет. Слышь, такой равнодушный вообще. Ля, даже боком пошел. Ля. Он маленький, полез, смотри, куда. Да. Вон. Ой, малыш, какой Варя, вон, смотри, видишь на лесенке? Вон, видишь? Киска. Она нервничает почему-то, ходит туда-сюда. Привет, киска. Ну, какая, да? Такую, домой такую, да, Варвара, завести? Там автобус будет аккуратно. Бабушка ее кормить будет. Да. Мясом с рынка. Мне вас достаточно. Вика, не пугай, что делать? Большой, да, котик? Варя. Ой, ничего, Лютик. Варя, не надо. Сидит в ту клетку, да. Нервируй. Вера замерла. Идем дальше. Классный зоопарк. Так, там дальше кабаны, а там вывеска львы. Ну да. Нет, как будто бы куда-то туда надо идти. А здесь, непонятно кто, видать он еще отдыхает или прячется где-то. Да, Варюшка? Нет, давай. А тут кто? Пойдем. Да. Давайте посмотрим. Ой, аккуратно. Здесь бар снеговый, снежный ирбис, пантера. Пантера, она, наверное, в домике прячется. Пантера! Солнышко. Пантера! Нет, они не выходят. А вон еще киска ходит. Вон киска, какая клетка, видишь, тут нахрен? А вон у них проход там соединен. Да, но это... Что-то взволнованное чем-то. О, какая грациозная, да? Большая Варь, да? Ну, иди еле покажи. Киска какая большая. А вон, смотри, там кто? Эти, а ну-ка. Плавает там эти. Кто? Как они? Морфик? Бобры. Нет, а может это бобры, да? Или куница. Вон, видишь, плавает. Лазите. Тихо. Лазите. Вон, видишь, плавает. Лазите. Они же слепые, Саш. Да нет, да все не видят. Вот, это смотри. Выдра. Точно. А вот, выдры кусаются, написано. Ага. Ну, конечно. Слепая, по-моему. Да нет, что у нас слепая? Их там две, смотри. Они с бревнышком пытаются играть. Ой, выдра, да? Классно. Как змейки. Эй, ты, выдра. Эй, ты, выдра. Да нет, это ты, выдра. Здесь тоже кто-то раньше жил. Так, а здесь кто? Здесь тоже выдры. Их нету. Верочка думает, куда вы меня привели? Нету выдр, здесь пусто. Барсука. Барсук спит. Не будем. Пришли на время обеденного сна, наверное. Не будем его будить. Властную шубку выхвуляем. Не будем барсука будить, а вот лисичка, смотри. Ой, лисичка. Покажи, Вере, показывай. Показываю, что возможно, то и показываю. Вера, смотри. Вера, вон лисы, видишь, обсипанные. А не, у них линька, они просто линяют. Вера. Смотри, вон. Ой, бегают. Худые ой, лисы. Ой, вот эта киска, смотрите, вот эту домой надо забрать. Ой, какой миленький. Это просто
Это кот барханный какой. Ну это дикий какой-то кот, наверное, барханный. Спрятался. Спрятался котик, Варя. Цапля. Пошли кудись туди. Цапля. В середину. Пойдем. Ага. Цапля. Общипана, бедненька, маленька. А у них вон эти детеныши там даже вон есть. Вон, видите? Нет, ветеринаром. Варя говорит, да, что вкусно пахнет. Может, она имеет в виду не вкусно? Пух вкусно? Пахнет как, да, какашками, вкусно, да? Она говорит. Когда ты будешь ветеринаром. Я не отчинал. Животных будешь лечить. Животных будешь лечить? Вон ламы лежат, я вижу. А ну-ка. Голуби летают даже здесь. На воле, да? Вон лама лежит. Ой, пони там есть, пойдем. Животных написано не кормить. И бургер нарисован. Бургеры не давать им. Вон лама идет, смотри. Ой, вон лама лежит, и вон, смотри, их там много сколько. И птички, которые их чистят, ходят вокруг них. Ага, это ворона их. Она... А обычно они же воробушки. Смотри, что-то она хочет сделать. Ворона, ворона такая. Опа. Ущипнуть ее хочет за бочок. Опа. Да? Сильно изменилось с тех пор, когда вы тут последний раз были. Ну, запущено все, конечно. Да? Ой, смотри, смотри. О, вон еще. Смотри, рысь. Это рысь. Вот, рысь. Она воробца. Ой, что травку не уберут? Это маскировка у них. Вот, на слово кис-кис-кис. Вера, смотри, рысь. Вон рысь. Вон в домик пошел. Пошла в домик. Рысь. А ой, смотри, малявка. Видели? Ой, это кто? Это кто такой? Кто такой пушистый? Эй! Ой, жует травку. Ослик маленький. Ламы ходят. Пойдемте, пойдемте. Видишь, дальше. Везде, и в зоопарке. Да, разруха в зоопарке. Нет цветочек. Скажите спасибо, что зверей нет, как она воле не бегает. Многих уже нету, я смотрю, животных. А это енот. Вот она. Вот он, енот. Печальный лосу. Енот, Варюха, смотри. Енот! Он, походу, что-то один вообще. Он умер, походу. Енот! Да нет, он лежит, балдеет даже. А еноты же не замирают. Ой, жираф, смотри, этот жираф. Жираф, нет, не жираф. Этот. Верблюд! Горбатый жираф. Верблюд, вот он. Вон он, смотри, Варя. Ой. Ой. И вон верблюд лежит. О, я вижу, вижу. Смотри, а тут маленький верблюд есть. Ой, я не хочу сейчас останавливаться. А ты помнишь, как ты в Египте давала бутылку этому верблюду? Хорош, 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 хороший. Ой-ой-ой. Хороший, да? Верблюдик. Что во рту? Да ничего нет, он жует слюни. Пережевывай. Верблюдики, да? Животных не кормить написано. Классный, да? Вон волки на свободе, Варь, смотри. Лежат. Вот еще верблюды. О, вон белый верблюд какой красивый. Не бойся, верблюдов тут много. А вот беременный верблюд. Угу. Да. Она, да, родить хочет. Да. Сейчас. Ну не сейчас, может в будущем.
Ей тяжело очень. А ну встань, мы на твой живот посмотрим. У нее схватки начинаются. Может, будем свидетелями родов? Да. Она дергается, у нее схватки, может, идут. Ой, бедненькая. А к ней кто-нибудь придет на помощь? Да, конечно, придут, Вик. Наверное, Вик. Конечно, придут. Все нормально будет. Пойдемте утят посмотрим. Давай, заходи. Давай, давай, заходи, Варюшка. Пойдем мультичек посмотрим маленький. Давай, не бойся. Смотри, какие уточки. Ой, кря-кря-кря-кря-кря. Ой, как их много, да? Ой-ой-ой, как много. Ой-ой-ой, смотри. Кря-кря-кря-кря-кря. Они все ждут, пока ты им дашь какого-нибудь червячка. Кря-кря-кря. А вон еще уточки, Валь. Пошли. Так, ну гуси, гусей мы видим. А, Варюшка, ты где, Варя? Пойдем. Пойдем козочек посмотрим. Давай мне ручку. Не пойдешь, боишься? Ладно. Пойдет папа посмотрит. Вот тут какой злодей шипит. Давай, проходи. Ой. О, это бараны. Ого, какие. Травку жуют. Барашки, он маленький барашек. Варя, пойдем, иди сюда. Тебе барашков покажу. Пойдем, пойдем. Не бойся, смотри, какие он. И на ручки, смотри. Смотри. Ой, какой маленький он. Смотри, травку ездят, видишь? Ой, гуси какие. Гуси, гуси. Ой. Ой, ой, какие. Гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Какие они громкие, да? Козел он лежит. Козел. Козлик. Ой, это кто? Ой, ой, ой. Это овцы. Овцы? Наверное, овцы. Или... Бе. 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 Вон, смотри, большой какой лохматый. Боишься? Пойдем посмотрим. Да. Эй, козлик. Эй, козлик. Козлик. Водичку пьет, видишь? Пошли. Ой. Ну пошли, там выйдем, пошли выйдем там. Подожди. Пошли, я руку давай. Вон тузик лежит на веревочке привязанный. Ой, козел, пошли. Пошли дальше. Ой. Ой, смотри. Ой. Не видят пакетик. Да, да, да. Давай, заходи. Пошли. Смотри, мальчик сейчас будет кормить гусей. Давай. Ням-ням-ням. Пойдем. Роют все сурикаты. Потрогать нельзя, он не придет к тебе. Ой-ой-ой. Маленький-то малыши, наверное, да? А подними Варюшку посмотри. Сурикаты, давай. Давай, Варюшка. Смотри, маленький, вот они, вот они бегают. Ой-ой, куда полезли. Сурикатик. Они в пустыне живут где-то там. Или в степях они живут. Классно?
Вот, ямку роет, видишь? Ой. 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 Это бегемот, Варвара. Он под воду нырнул, что-то там делал. Вон, вон, видишь, ушами шевелит. Вон, вон, во. Во. Палочку, веточку грызет. А да? Класс, а пойдем там посмотрим, что там. Там, наверное, бурый медведь, наверное, какой-нибудь. Давай. Не бойся. А, или белый медведь. Смотри, какой красивый, вон она. Смотри. Мишка, да? Ходит туда-сюда, бродит. Да? Он, видишь, должен на Северном полюсе жить, Варя, а ему здесь жарко. Он ходит, видишь? Туда-сюда, туда-сюда ходит. Вот такой вот Мишка. Топтышка. О, какие ящерицы. Ой-ой-ой-ой. Иду, иду, иду. Да? Вот варан сидит такой. Бегу, бегу. Вот он. Ой-ой-ой. Ой, змея какая, да? Вот смотри, это большая змея, это удав, наверное, да? Она по стеклу прям заползала. Варя, смотри, видишь, рыба... Вот маленький серебрячий сон. Саш, смотри, смотри, она рук боится, спустилась сразу. Она маленькая, блин. Она отсюда не выползет. Рыбки. Саш, она отсюда не выползет? Не знаю, нет, Вик. Пальчик засунь ей туда. Боря, вон лягушка срикая смешная. Надулась. Варя, ну не стучи. Нельзя. Нельзя бить, Варя, ты же напугаешь. Вот смотри, змея какая. Вик, смотри, Вика. Класс. Вот он такой длинный. Это две, вот вторая. Это две. Класс. А вон лягушки, смотри. Это только две. Вика, вот крокодил, смотри. Он спрятался. Надо просто руку засунуть, он вылезет. Ну, Зор. Вот крокодил. Ну это рыбки всякие разные. Рыбки, сомики. Смотри, она недавно поела. У нее, видишь, как это в середине живота что-то как будто застряло. Ну и перевариваться сейчас будет. Так интересно. Чую, да? Маленьких девочек. Сейчас там. Парень. Вот, смотри, какая рыбка. Рыбки, рыбки, рыбки. И черепаха плавает. Водоплавающий черепаха. Это, видимо, акула. Вот это вот класс. У меня у друга такой дома живет. Варанчик. Да зачем она вам нужна? У нас, у меня четыре дома змеи. Четыре змеи дома. Раз, два, три, точно. Вот одна змеюка. Пошли. Гадюка.
Я крокодильчик он. А где дело твое? Этот спиннер варю. Спиннер? Пусть я хочу. Ой. Пойдем. Пошлите, пошлите в туалет. Тебе паспорт купить, чтобы ты уже была гражданинкой Украины. Купи 35 змейки вот такие вот маленькие. А они такие обычные. Обычные, да. А вот есть вот все. Крокодильчики маленькие. Это 35 обычные, да? Давай я куплю вот это. Пожалуйста. Давайте я мышку купим. Ой, а ну давай, папа, покажи, а ну-ка, пожалуйста. Наклонись, а то я уже устала. А. А ну, Варюха, смотри. Смотри, Варя. Ой. 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 А ну, стоп, давай, она, наверное, должна прыгать или что? Ой. Не-не, надо, ой, наверное, вот так. Во. А, нет, это же язык, наверное. Нет, она должна, типа, прыгать. Давай. Ну, да, слабенький у них там моторчик, механизм. Ты хочешь змею? Кстати, это. Ну, если она что навяжет? Не, она будет эффективнее, если ее просто вот так. Просто ей размахивать во дворе. Хочешь уже уговаривать. Варя, зачем тебе эта лягушка змею купить? А лягушка не надо, это так вот. Она не работает. Она же не хочет змею. Так, змею тебе надо, ты змею? Нет, да. Да, это уже не уговорили. Пауки он какие страшные. Возьми, потрогай. Потрогай змею. Потрогай. Она же не настоящая, она игрушечная. Она прям... Варя, мы у тебя спиннер купили. Или... Ой, мама. Вон в Вере можно крокодила за 25, смотри какой. Ежик, это... Ежик, да. Ну вот этот хорошенький. Че тут змею тягать здесь? Ой. А ну, а мышку покажи. Ой, какая. Ну, да. Дай мышку. Да пусть ежика. А Верик, что, крокодильчика, да? Да, ежичку. Его нет. А, блин, я забыла, кстати, эти игрушки вредные. Лучше змею покупать. Вредные? Да, вот из-за этой вот резины я читала. И то резина такая. Нет, вот из-за этой нужно покупать. Жесткая. Да все равно она его выбросит сейчас. Варя, смотри, королевская кобра. Вот змею купите ей. Смотри, какая змея маленькая, зеленая. Она зато в карман помещается. Дай потрогай, да я потрогаю ежика просто. Какой маленький. Нет, оно вот эта резина, она что-то выделяет, я читала. И где-то могу. А игрушки-то откуда они? Откуда? С Китая. С Китая, да. Ну а зачем ты ребенку наговорила, а теперь начинаешь пить? Нет, пусть это туда. Она все разорвет, я знаю. Давай ее за крокодила. О, ой, точно. Всего. Да. Че это, прыгалка? Да. Мечтала. О, нифига. Мечтала. Ты мечтала? Да. О, она не вредная, мама? Это можно покупать. Я смотрел, она опасна для жизни. Ой, а я она может мечтала. На шею. Да, на шею. Все, это берем. Можно, да, не вредно. Это не вредно, мама? Нет, не вредно. Класс, смотри. А то у нас все вредно. Мам, 5 гривен есть? Как другое есть? Ну да. Кого? Варя, у тебя уже просто глазки разбегают. Кого? Ага, ежика. Ой, вот я маленькая. Мама сказала, что то вредно. А ежика сейчас кто-то другой купит. Хочу сама ежика. Пошли в Макдак, Варя. Пошли в Макдональдс и Миньона еще одного купим. Варя, не ломай, если ты это не берешь. Варюшка. Берите, сколько ежик? 8. Что, прямо вредно, что ли? Ну пусть идет. Покажи 80 гривен за эту резину. Паука давай. Зачем ежика? Ну, он зато... Такой неприятный. Такой неприятный. Вообще. Ой, я куплю тебе. Варя, дай, ты ему сейчас глаза мне выдавишь. Ой, какой неприятный. Мне нравится, хочу домой такой. Вере давать нельзя его, запомни. Ой, я же рассчиталась. Ладно. Хочу такое.
А ты что вредно? Ой, зачем же тебя подводила? Теперь все вредно. Да я забыла просто. Так доставать надо идти. Ну, это дома, добро? Вон крокодильчика возьмите. Оно все вредное, все резина. А дракончик хочешь, дракона? Смотри. Нелегкий выбор, видео называется. Нелегкий выбор. А где тот дракон? Нелегкий, потому что мама говорит, что это все вредно. О, черепаха, смотри, какая классная. А вот вредная резина, взгляд, тоже, да. Вика. Вредная. Куда ни кинься, все вредное. Ладно, так можно бесконечно снимать. Сейчас, папа, прекращаем видео, сейчас буду всех разгонять. Ну все, все-таки мы выбрали ежечка, да, покажи какого. Мама сказала, что мы его закипятим в кастрюле. Ой, какой ежик миленький. Нет, маленький. Нет, не будем кипятить. По-моему, просто, да, как живой, вымоем, смотри. Вымоем хорошо. Ползет. И в рот брать не будем, облизывать его не будем, да, Варварка? Бери. Ну все, ладно. Вера тоже хочет видеть, что купили. Все. Ага, дай Вере, она быстро его... Раскусит. Слушай, а где ключи? Я же тебе дала только что. А, точно. Ну все. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш... Всем пока-пока. Канал, да? Канал. Ставь лайк. И пиши. И каитаю. Пока-пока. Йоу.